Она забрала мой гель для волос. Я не прощу. Вера. Я не могу спать, думать, дышать. Вера. Вера, Лена. Лена. У тебя все хорошо? Нет. Не все. А ты как? Мне нужен гель. Гель для волос. Какая неожиданная встреча. Скажи, о чем ты думаешь? Что происходит? Где гель? Мне нужен гель для волос. Иначе волосы не будут держаться. Не будут падать и рассыпаться.